Я сейчас вывела скрытые камеры, а она... Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Гесинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня мы будем играть в экстремальные прятки с Фокси-аниматроником и спять ночей с Фредди. Ну а перед началом не забудь обязательно подписаться на мой канал, сделай красную кнопку серой, а также нажми колокольчик, чтобы получать оповещения о моих новых видео. А также напиши свой самый крутой комментарий о том, с кем мне поиграть в экстремальные прятки в следующем видео, и, возможно, именно он попадет в мое видео, как этот. Итак, друзья, для того, чтобы нам призвать поиграть, точнее, в экстремальные прятки с Фокси-аниматроником из нашумевшей игры «5 ночей с Фредди», нам с вами необходимо его призвать. А для того, чтобы призвать аниматроника сюда, ко мне, домой, есть очень множество способов, и сегодня мы воспользуемся несколькими. Я давно хотела вас познакомить с одним очень-очень крутым аппаратом, и это печатная машинка. Но это не просто обычная печатная машинка. Эта печатная машинка заказана на сайте Darknet. И фишка в том, что я напечатаю на этой машинке, обязательно происходит, то есть сбывается. Знаете, то есть ты набираешь, ну, что-то, например, «Фредди, приди», «Фокси, приди», или «Фокси сейчас придет ко мне домой», и это происходит. Ну, по крайней мере, так было написано в описании. Когда я заказывала эту печатную машинку на сайте Darknet, сегодня мы с вами, конечно, обязательно опробуем, действительно ли она работает и действительно ли все происходит. Пока я вам немножечко расскажу, здесь видите вот печатные такие штучки, которые печатают вот на этом листе. Я еще не пробовала, не знаю, печатает, как она печатает, что и как. То есть мы давно все пользуемся уже абсолютно другими печатными вещами, но это один из способов. Также второй способ, при помощи которого мы попытаемся призвать Фокси-аниматроника, это доска для вызова духов. Да, наша старинная доска для вызова духов, она у меня сейчас здесь. Эта доска абсолютно никогда меня не подводила, и если мне нужно связаться с потусторонним миром, моя доска для вызова духов, а также ее называют доска Уиджи, всегда приходит ко мне на помощь и отвечает на мои вопросы. Также меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. И я надеюсь, что сегодня видео получится интересным, потому что также я установила скрытые камеры, чтобы наблюдать за тем, как Фокси будет искать меня, пока я прячусь в своей огромной трехкомнатной квартире. Но я думаю, что я уже достаточно подробно все рассказала. Давайте переходить к обряду. Ну что ж, друзья, а для обряда нам необходимо обязательно зажечь наши свечи, красные свечи. И, кстати говоря, ребята, я уже говорила в предыдущем видео о том, что я заказала черную свечу. Почему-то она так долго идет и не может пройти таможенный контроль. Это черная свеча, я не знаю, на что ее там проверяют, но эта свеча очень опасная, я ее очень жду. Она прямо-таки помогает перемещаться в потусторонний мир, ребята. Помнится мне, когда я только начинала снимать видео на YouTube, мы с Димой очень часто проводили эти опасные обряды, и там, в том потустороннем мире, со мной происходили ужасные вещи, друзья, просто ужасные. И некоторые из этих вещей переходили в реальность. Такие вещи, как мои раны, полученные там, в потустороннем мире, они в действительности там причиняли мне боль. А когда я возвращалась в этот мир, на моих руках оказывалась краска, на моем теле оказывалась краска, но в потустороннем мире все совсем было по-другому. И это совсем далеко была не краска. Итак, ладно, мы зажгли свечи, ребята. Для того, чтобы связываться с духом, когда я спрячусь, у меня подготовлены две портативные рации, которые мы включим и будем подслушивать как бы то, что здесь будет происходить. Одну рацию я обязательно возьму с собой, одну я оставлю здесь. Также у меня есть на всякий случай могучий
монета, которая отвечает на вопросы. Это не обычная монета, а действительно монета с предсказаниями, которая отвечает «да», «нет». Подписчики, которые уже давно подписаны на мой канал, это моя огромная аудитория, 700 тысяч подписчиков, ребята. И я надеюсь, что, вернее, точнее, я уверена, что скоро нас будет миллион. Так что подписываемся, подписываемся. И при помощи этой монеты мы попробуем связаться с Фокси, аниматроником, и узнать вообще, придет он, не придет, что он делает и так далее. Так, вроде бы я все рассказала, все у меня тут есть. Ну, конечно же, о самом главном я забыла. Также на сайте Darknet у меня было заказано специальное вещество. Я не знаю, как они называют это зелье. А зелье, в котором и в состав которого входит частичка Фокси-аниматроника. То есть вы понимаете, я постоянно заказываю новые зелья, и когда я их добавляю в обряд, происходят, ну, какие-то вещи. То есть приходит именно тот монстр или именно тот аниматроник, которого я заказала. Итак, ну что, друзья, давайте начнем с нашей печатной машинки, опробуем ее, как она вообще работает и работает ли она вообще, потому что она огромная и тяжелая. Итак, расставим свечи вокруг этой машинки. Фух, смотрите, немного, и я обязательно добавляю вот этого вещества. Дим, сними поближе, прям поближе. Так, я добавляю в машинку этого вещества. Отлично, теперь она пропиталась душой Фокси-аниматроника. И теперь мы начнем печатать. Итак, буду печатать. Вау, смотри, Дим. Так, я набираю Фокси, пробел, аниматроника. Я призываю тебя. Отлично. Так, мне теперь нужно как-то этот листок... Ага. Ой, мамочки. Я надеюсь, что я не сломала ее. Так, мне нужно достать этот текст. Ау! Так, достаем. Так, смотрите, ребята, я не знаю, видно вам или нет, сейчас Дима постарается. Фокси, аниматроник, я призываю тебя. Мы напечатали это на листке. Теперь смотрите, что мы делаем. Как они сказали, то есть я должна сложить этот листочек, даже, наверное, текст. Они говорили, что текст. Сейчас я постараюсь вырезать этот текст. Так, ребята, ну и сжечь его. Так, у меня тут нет тарелки для сжигания, тогда будем, может быть, в колбе вот так вот как-то получится сжечь. Я сейчас сверну вот такую вот трубочку и попробуем сжечь это в колбе. Итак, я поджигаю и говорю: Фокси-аниматроник, приди, Фокси-аниматроник, приди, Фокси-аниматроник, приди, Фокси-аниматроник, приди. Так, я надеюсь, что все получится. Нет, она тухнет. Она тухнет. Почему-то ей не хватает, наверное, там кислорода. Ладно, давайте еще раз попробуем. Фокси-аниматроник, приди, Фокси. Блин. Нет, нам нужно ее до конца сжечь, ребята. Не получается. Не хочет гореть. Фокси-аниматроник, приди, Фокси-аниматроник, приди. Она сразу тухнет. Блин, ну может быть достаточно, потому что я что-то уже... Ладно, давай еще раз попробуем. Жуть, посмотрите, вся колба наполнена дымом. Я надеюсь, что это сработает. Фокси-аниматроник, приди. Фокси-аниматроник, приди. Фокси-аниматроник, приди. Фокси-аниматроник, приди. Фокси-аниматроник, приди. Все. Но я так думаю, что текст сгорел, а самое главное, чтобы сгорел текст. И, короче говоря... Блин, я, знаете, я сейчас почувствовала реально запах железа, реально вот запах пиццы, как будто бы я прямо сейчас ощутилась
в этой пиццерии. Ладно, ребята, я оставляю камеру здесь, беру с собой монету, беру с собой рацию, а также беру с собой телефон, потому что при помощи него мы можем включить скрытые камеры и посмотреть, ходит ли где-то здесь аниматроник, а теперь мы идем прятаться. Оставляю рацию здесь включена. Пойдем, Дим. Закрываем дверь. Я не знаю, как и откуда придет аниматроник. Может быть, он придет со входа. Но смотрите, я открою дверь на всякий случай. Ну, мы же хотим, чтобы аниматроник зашел. Дверь я открыла. Все, прячемся. Давайте, знаете, где спрячемся? Ну, моя любимая, давайте в ванной спрячемся. Идем сюда, Дим. Так, заходи, заходи, заходи. Заходи, заходи, вставай вот сюда. Все, ребята, мы, в общем, в ванной. Так, я запускаю скрытые камеры. И ждем. Возможно, что-то мы услышим. Сейчас попробую связаться по рации. Фокси, аниматроник, ты здесь? Блин, а вы знаете, что, ну, как бы в игре в этой аниматроник, он как раз этот, ну, который там работает, охранник, он сидит там в камерах и смотрит, чтобы аниматроники все были в порядке. Но если они разозлятся, они могут съесть. И вообще они, эти аниматроники, они как-то все съели души детей, что ли. И, в общем, вот эти аниматроники, которые ожили, это, получается, какие-то дети, которые без вести там пропали. Но это если для тех, кто не знал, жуткая история. Кстати говоря, недавно вышел фильм про аниматроников. И там, короче, рассказывалась вот эта вся история. Там была, по-моему, девочка, в которую тоже хотели поселить в аниматроника. Жуткая история, жуткий фильм. Кто посмотрел, напишите обязательно в комментариях отзывы, как вам понравился фильм «Пять ночей с Фредди», ну, или нет. Итак, попытаемся еще раз связаться с Фокси. Фокси, Фокси, ты здесь? Прием, Фокси, аниматроник, ты здесь? Мы ничего не слышим, рация не отвечает, может быть, прошло еще мало времени, но на сайте было сказано, только как только я проведу обряд. Ты слышал этот скрип, Дим? Шум какой-то. Какой-то шум. Прямо шаги. Мамочки, прямо шаги. Может быть, это соседи сверху. Прямо. Я прям слышу. Ладно, ребята, давайте попробуем вот еще на монете спросить. Что если мне скажи, правду не расскажи. Я тебя прошу, правду расскажи. Небольшой заговор на монету. Те, кто не знает, у меня есть небольшие экстрасенсорные способности. Я немного могу видеть, и я очень много трачу энергии для того, чтобы переселяться в потусторонний мир и видеть потусторонние души и общаться с этими духами. Так, ладно, спросим у монеты. Фокси аниматроник пришел? Нет. Слушайте, он еще не пришел. Ладно, давайте спросим у монеты судьбы. Фокси аниматроник придет? Да, он придет, значит, он придет попозже. А пока, ну давайте откроем. Тихо. Откроем, давайте скрытые камеры, посмотрим по скрытым камерам, что-то есть или чего-то нет. Так, и так смотрим. Так, ничего нет, здесь ничего нет. Фокси. О, Фокси! Он здесь! Вы видите? Я сейчас вывел скрытые камеры на экран, ребята. Фокси здесь. Да что ж я так ору, он найдет. Фокси не должен нас найти, ребята. Поглядите, он стоит прямо в коридоре. Прямо здесь. Вы не представляете, как я хочу его увидеть своими глазами, но это очень-очень опасно, ребята. О, он исчез. Он исчез, ребята. Так, ладно. Давайте тогда через приложение еще зайдем. У меня есть приложение Magic Ball, Magic Shark, который тоже отвечает на вопросы. Видите, он говорит, дотронься до меня, и он даст ответ. Давайте у него тоже спросим. Я видела Фокси, он ушел? Никаких сомнений. То есть никаких сомнений, что Фокси ушел. Ребята, походу, это, ну, как бы все. Ладно, давайте вернемся туда и посмотрим, может быть, там что-то произошло, пока был здесь Фокси. Я так поняла, что он появился, не нашел нас
и как бы, ну, свалил. То есть он проиграл, получается. Ладно, мы сейчас вернемся на место, где мы проводили обряд, и узнаем, что же там произошло. Фокси стоял прямо здесь, он был прямо тут. Жесть. Ну, дверь открыта, никаких следов нет. Фу. Слушай, ну тут тоже ничего нет. Ничего не изменилось, ребята. Я не знаю, что-то это как-то странно. Ладно, в любом случае нам нужно обратиться к доске Уиджи и закончить обряд. Фокси-аниматроник, покинь этот мир. Фокси-аниматроник, покинь этот мир. Фокси-аниматроник, покинь этот мир. Прощай. Ну что, друзья, вы видели, Фокси был, мы сыграли с ним в экстремальные прятки, он не смог найти меня. С вами была Королева Мистики, всем пока!